Навострите ваши уши, прочь гоните ахи-охи. В гости прибыли к Каркуше озорные скоморохи. Митрофанушка, Ерошка и их старший брат Сережка. Доброе утро, мальчики и девочки. Привет, Каркуша! Я Митрофанушка! Привет! А я... вот второго скомороха я еще не сделал. Но все приготовил для работы. И сейчас мы его смастерим. Ну, тогда рассказывай, что тут у тебя? Итак, ребята, для работы нам пригодятся 5 деревянных палочек разного размера. В них заранее я просверлил небольшие отверстия. Видите? Вот они. Принес веревку, пластиковые глазки, красный помпон, а еще приготовил проволоку, плоскогубцы, красный маркер и 2 пуговицы. Вот они. Сережа, ты забыл назвать клеевой пистолет. Ну, это потому, что он у нас всегда под рукой. Так, с чего начнем? Сделаем Ерошке ручки и ножки. Начинаем с ног. Для этого 1 край проволоки загибаем, сворачиваем его вот в такую петельку. Так, а ребята справятся с такой работой? Конечно. Малышам на этом этапе могут помочь взрослые. Ну, а взрослые справятся с этим без проблем. Так, загнул. Теперь нанизываю на проволоку окрашенную заготовку. Так. Готово. Теперь проверяем. Вставляем в нижнее отверстие. Ага. А вторую деталь вставляем вот сюда. Это ноги! Такие же есть у Митрофанушки, только синие. Правильно. Здесь также заворачиваем петельку. Готово. Отлично. Теперь ноги не отвалятся. Точно таким образом, ребята, закрепляем руки Ерошки. Сережа, а где ты взял проволоку? А, все просто, Каркуша. Я взял обычную скрепку, развернул ее, сделал ровной. И вот, пожалуйста, проволока готова. Здорово ты придумал! Да, все материалы можно найти дома. Вставляем. Теперь вот сюда. Берем вторую руку. Видишь, немного лишнего проволоки. Да. Откусываю. И загибаем, да? И загибаем. Так, ну я думаю, что теперь пора сделать скомороху лицо. Приклеим глаза. Я за. У нас пластиковые глазки. Да, только потом приклеим нос. Хорошо, берем горячий клей, капаем немножечко на основу и приклеиваем вот сюда 1 глазик. И рядышком второй. Отлично. А теперь нос. Вот такой у нас яркий красный помпон. Вот сюда его, прям под глаза. Готово? Нарисуем Ерошке улыбку. Хорошо. Горячему клею дадим пока немножечко времени отдохнуть. И рисуем улыбку. И рядышком красные румяные щечки. Да. Сережа, мне кажется, что клеевой пистолет наш немного загрустил. Хорошо. У меня есть как раз для него отличная работа. Приклеим пуговки. Каркуша, оранжевую приклеить сверху или снизу? Давай сверху. Сверху, хорошо.
раз пуговка. А вот. Желтую под ней. Да, а желтую под ней. Ох, и нарядный у нас получается скоморох. Штаны зеленые, нос красный, колпак. Ой, Сережа, а где же Ерошкин колпак? У Ерошки нет скоморошьего колпака, но зато есть копна волос. Куда бы нам ее приделать? Может быть, вот сюда? Или вот сюда? Да, вот сюда. Вот так, сверху? Да. Хорошо. Вот и веревка пригодилась. Капелька клея. И приклеиваем на макушку. Ух, скоморошка, Ерошка расшалился немножко. Руками машет, брыкается, всем хитро улыбается. Так, где мой колпак? Секунду. Вот у нас веселая компания. Кипит работа день-деньской. У нас с Каркушей в мастерской. Мы мастерим, и вам пора. Ждем здесь вас снова, детвора. На самом творческом и ярком канале Карусель! Карусель! Веселый, забавный, смешной!